Ух, все же красивое утро. И, по-моему, самое то, чтобы заснять видео. Так, видео уже давно не было. Так, садимся, включаем компьютер. Хотел, называется, видео снять, а тут какой-то неизвестный написал. Я, конечно, понятия не имею, кто это, про какую больницу надо найти в интернете. Но, в принципе, я так-то не против. Не, ну слушайте, в принципе-то идея-то интересная, тем более толком мне делать нечего, жизнь скучная, поэтому чтобы и не съездить в эту больницу, тем более что-то может быть-то страшного, просто по заброшке походить там в машине переночевать или в палатке, ничего в принципе страшного нету, надо бы про нее информацию какую-нибудь найти, даже нормальной информации нет, просто обычный недостроенный замороженный проект, ничего в принципе интересного. Находится, в принципе, относительно далеко, ехать долго. Ну, так-то можно. Но одному это будет страшно относительно и скучно. Поэтому понапишу-ка я другу. Он-то явно согласится. Так, он в сети как раз. О, все, согласен. Так, давай тогда встретимся. Угу, все. Тогда уже прямо сейчас тогда беру все, встретимся все и обсудим. Так, бутерброд с собой один возьму, ну и пару дошиков, а то по дороге хавать, наверное, придется. Все, свет выключили, закрыли и можно идти навстречу. Так, он тут живет недалеко, так что идти тут прям вот тут за гаражами встретимся по времени-то, потому что он уже, как сказал, идет. Хотя не факт, может только из дома выходит. Так, сейчас быстренько тут пробежим. Ну это ужас, вроде поселок такой, многоэтажки дофига новых. А тротуаров нету. О, вон он идет. Куда-то там за гаражи прячется. Так. Здорово. Привет, Ром. Смотри. Так, что за идея тогда? Идея. Заброшенная больница, которая тут в лесу относительно, ага, ну, как бы далеко и недалеко. А когда туда пойдем? А, ты прям так уже сразу. Ну да. Не терпится. Ну, мы не пойдем, а поедем, пусть-то угу. Ехать долго. Угу. А вот поехать, в принципе, когда можно? У тебя на завтра планов нету? Да вроде бы нету. Ну вот, тогда и завтра поедем. Ну нам же вещи надо какие-нибудь купить, чтобы там еды, воды. Ну, хотя да. А, знаете, бутерброд, он, наверное, голодный. О, да, спасибо большое. Смотри, тогда еды и воды. Давай ты сейчас тогда быстро в магаз побежишь. Угу. И где-то тут встретимся. Ну, хорошо. Так, в общем, сейчас тогда он скоро придет, мы встретимся и все обсудим. Времени его уже долго нету, где он там пропадает. А, вот он ты. Чё, все купил? Да, вот, смотри, Ром, фонарик твой. Ага. Воды я взял тут и доширак взял. Ага, ну, вот. В принципе, ну, что нам еще надо? Вроде ничего. Хотя, подожди. Все же заброшена больница, да? Ну, да. Как-то, может, на всякий случай оружие купим? Ну, давай купим. Разрешение у меня есть, на меня домофон. Вроде бы здесь недалеко оружейный магазин, как в каком-то из этих домов. Ага, давай, пошли, а то лучше на всякий случай купить. То мало ли что. Так, вот это что ли? Или какой? Да, что-то... Да-да-да, по-моему, это вот это. Ну, давай, пошли. Так, купим какой-нибудь пистолет там. Два пистолета тебе мне. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну, где-то 8 магазинов и 2 Макарова. Лицензия есть? Да-да-да, вот. Так, ага, да, все в порядке. А для чего вам оружие? Оружие, да, знаете, как-то в заброшенную больницу хотим поехать там переночевать несколько. А вы уверены? Ну да. Вы покойники, там уже 15 человек за 2 месяца пропали. Их так и не нашли. Да мы не боимся. Ну подождите, это... вы не знаете, кто к этому причастен к пропаже людей? Ну, говорят, маньяк. Маньяк? Ага. А, так... Держите. И магазина. Вот он, 4 магазина, 2 я уже вставил. А, да. Ну ладно. Так, картой. Прошла? Да, все хорошо.
Ага, ладно, спасибо, до свидания. Удачи вам. Угу, пошли, пошли, пошли. Так, слушай, ну то, что маяк меня это немного насторожило. Ну, ничего страшного, мы его одолеем. Или ну, ты боишься? Да, ну, у нас, в принципе, оружие есть. Это да. Так что бояться нечего. И насчет оружия, пистолета, я тебе потом дам, а то сейчас вдруг тебя остановят, да, а у тебя оружия, а разрешения-то нету. Хорошо. Так, ну ладно, да, тогда. Давай, завтра тогда утром. Угу. В 6 часов просыпайся, в 6 часов. Хорошо. А лучше раньше, потому что в 6 часов я к тебе подъеду. А, ну тогда ладно. В общем, уже все решили, в принципе. Иду домой, делаю дела. И завтра рано утром просыпаемся и едем. Так, что-то, по-моему, он забыл. Лучше позвоню ему, напомню. Так, вот Олег. Алло, Олег, привет еще раз. А, да, да-да-да, чего? Ты хоть помнишь, что завтра рано просыпаться-то? Ой, забыл совсем. Ну, да-да-да, все, теперь уже ты напомнил, теперь уже помню. Будильник давай поставь. Да, да, уже. А лучше сейчас ложись, потому что опять, как всегда, не выспишься и проспишь. Да, да, да. Все, давай, до завтра. Угу, пока. Вот и все. В принципе, так, телевизор надо выключить. Ай, ладно, хотя под эти звуки буду спать. И ложиться буду прямо сейчас, потому что если лягу позже, скорее всего, не высплюсь. Ну так что вот. Буду ждать завтрашнего дня. Ой, как же спать хочется. Кто-то мне звонит. А, Олег. Алло. Алло, Ром, жду тебя около дома. Уже? Ладно, все, сейчас уже выезжаю. Ты хоть все взял? Да. Ну ладно, все. Давай. Так, тогда беру все вот эти вещи. Так, пистолеты уберу подальше с магазинами. Так, все. Ключи, паспорт, разрешение уберу. Вот, все. Нормально. Так, свет выключать его не надо, он выключен. Так, квартиру закроем и буду ехать. Ах, рано еще, даже солнце только не стало. Ну ладно. Ой, Марк мой стоит уже который день. Ну сейчас-то поедем. Во, все, завелась. Вот так бы всегда заводилась бы. И вообще было бы кайфово. Ну ладно, сейчас за Олегом доеду. И заберу его. И поедем уже к этой больнице. Приедем только где-то к часам 10. Подожди, кто мне там в Дискорде пишет? Опять этот чел. Что ему еще надо? Все еще хочешь туда идти? Да, хочу. И кто ты вообще такой? Узнаешь. Что ему надо-то от меня? Опять про эту больницу пишет. Ну, хочу я туда ехать опять. И чё такого? Ладно, так, вот уже тут дом Олега. Сейчас заеду и заберу его. Где он тут? Говорил, уже выходит. А, вот он. Здорово. Да, привет, Ром. Садись. Всё взял? Да. Ничего не забыл? Вот вода, еда. Ага, всё. Тогда поехали. Тут я даже развернуться негде. А, тут вот перекресток. Вытурная. Ладно. Ну, ехать там долго, поэтому едем вот так вот утром. Так что ты можешь еще поспать там, что хочешь делать. Ну да. Ром, ну скоро там мы уже приедем. Уже скоро, примерно минут 30. Немного осталось. Все, давай, просыпайся, подъезжаем уже. Вон уже виднеется. Вон. Нифига. В интернете-то фото не было даже. Ого. Так, все, давай. Вылазим. Вылазь, вылазь. Нифига себе, конечно. Огромная. Да, не маленькая. Ну что, давай осмотрим ее. Ну, давай. А, только сейчас, давай я машину припаркую, а то вдруг тут алкаши ходят, побьют еще. Куда бы ее отогнать-то? Ну, куда-нибудь. В принципе, вот сюда вот. Вот, думаю, место нормальное. Ром, тут табличка есть какая-то. Табличка? Где? Тут. Да зачем она?
Там явно просто написано о том, что строилось вот это здание и все. Там план ну, да, хоть где... есть? Нет, план... карты нет. Нету? Ну тогда нафиг она нужна? Мне только план нужен. То в интернете ничего не было. Да, огроменная больница. Давай осмотрим ее. Да, давай. Рома, 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 ты видел? Ты видел? Ты видел? Что? Там кто-то был в окне. Ты ненормальный? Ну, вроде нормальный. Ну, там реально кто-то был, я тебе говорю. Вот я сейчас пойду проверю. Вот если там никого нету, то... Не знаю, что. Так, тут хотя бы вход нормальный. Ладно. Стой на улице. Ух, нифига. Ух, ладно. Так, где тут фонарик? Вот там фонарик. О, хотя бы видно немного. Так, вот лестница. Так, ну, он говорил где-то на втором этаже, значит, логично, втором. Так, тут никого нету. Окна где-то тут. А, тут ничего. Может... Так, тут... О, так проползли. О, нормально. И чё ты орал? Тут никого нету. Да там был, я тебе говорю, только что. Эх ты. Уже это совсем. Говорит, что я боюсь, в итоге самому уже тут чудится всякое. Ненормальный. Точно ненормальный. Так, вот он выход. Нету там никого, нету. Показалось тебе. Да не могло, я тебе реально говорю. Говорю, показалось. Ну, если там нету никого, куда он мог деться? Испарился. Ага. В шахту лифта упал. Ладно, давай снаружи осмотрим. Давай. Ну, тут как-то... По-моему, ничего интересного даже нету. Ну чё, пойдем осмотрим ее. Да, пошли. Ух, нифига она, конечно, огромная. Недострой такой трёхэтажный. Еще и палки торчат. Олег, ты где? Олег, я знаю, ты где-то тут прячешься. Где ты? Где ты тут? Мне! Фу, ну ты придурок, конечно. Пошли давай, идиот. Да, пойдем. Сам такой. Пошли, может, через главный вход уже пойдем в полицию. То чё её осматривать снаружи-то? Бессмысленно. Так, ага, этот вход заколочен. Значит, ну, только через главный, через который я и шел. Да. Давай, заходи. После тебя. Так, давай, фонарик доставай. Так, ну смотри, давай я первый этаж осмотрю, а ты иди на второй. Да, давай тогда я... Так, что тут интересного есть? Угу. Так, может, так, тут комнаты заперты все. Это даже комната не назвать. Опа, дама такая с арматурой. Ну ладно. Так, а, это то же самое, тут ничего интересного. Тут, тут прохода вообще нету. Тут вообще комнаты есть? А, вот какая-то. А, тут книги какие-то. Впрочем, ничего интересного, как я понял. Ну да. Так, тут книги. Книги. Ну, ничего интересного. Тут еще есть что-то. Так. Это тут у нас что? Тут, как я понял, гараж. Ну, потому что что еще может быть с такими воротами и отдельное помещение? Ага. Тут вход завален. Тут тоже. Нормальных комнат даже нет. Это что у нас? А, опа, документ какой-то. Так, что у нас тут? Ага, так, насчет этого здания. Опа, тут насчет что-то пропажи написано. Ага, тут написано насчет пропажи рабочих на стройке. Так, после данного инцидента... Ага, я понял. В общем... Тут всего пропало около 7, так, или... Вот, 8. Около 8 рабочих. И после этих инцидентов, собственно, эта стройка была закрыта.
остальные люди, которые пропадали, это уже были простые люди, как мы, которые исследовали. Ладно, как-то ничего интересного. Так. Ну, может, тут еще что-то интересное есть. Это что там? Так, что-то упало. Что тут упало? Тут что-то... ничего нету. Ладно. Ну ладно, иду тогда к Олегу, потому что тут все интересное, в принципе, закончилось. Так. Ну, у меня ничего. Тоже ничего. А, ну, смотри. Вот это нашел. Это. Фу. Смотри. Я нашел такой документ интересный. Угу. Он на регистратуре лежал. Угу. Знаешь, что там было написано? Насчет пропажи... Насчет пропажи рабочих со стройки этой. Ага. Тут пропало, в общем, 8... Так, 7... 8 угу. рабочих. И после этого стройка была закрыта. Понятно. А как нам говорил 15 человек, как я понял, 8 вот рабочих пропало. А потом уже сюда 7, видимо, пришли простых людей, как мы. Ну, тоже любитель заброшек. Угу. А вот куда они пропали, это вот как неизвестно. То ли маньяк, как тот говорил. Очень неизвестно. Ну, понятно. Ладно, ну то есть тут ничего интересного нету, да? Не, вообще ничего. Ладно, чё, тогда пойдем на третий этаж. Пошли на третий. Так, поднимаемся. Хотя, стой, подожди, Олег. Мы же зачем пистолеты покупали? Для безопасности. Вот, поэтому... Знаете, вот пистолет заряженный и 3 магазина. Поднимай. Все. Uh-huh. Я тоже много. Так, ну, ладно, убери на всякий случай пока что. Давай поднимаемся. Uh-huh. Так, тихо. Это кто? Чего? Бежим! Он нас увидел. Олег, ты его видел хоть? Uh-huh. Он был похож на того человека, который. Быстрее! Был похож на того человека, которого ты видел. Давай закрываем. Это он и есть. Это он? Твои доски быстрее. Закрывай вход. Закрывай. Да чё ты двери-то? Быстрее. Олег, насрать. Бежим к машине. Не тупи. Всё, бежим. Запрыгивай давай. Так, это чё, маньяк что ли был? Да, наверняка. Ладно, насрать, давай куда-нибудь отъедем. Давай. Там... переночуем, это уже скоро ночь будет. Обсудим все и приедем завтра. Я думаю, вот тут вот где-то между елочек самое нормальное место. Так, ладно, давай тогда обсудим план и спать уже будем. Так, все, смотри, насчет маньяка этого. Ну, пусть кто-то может быть. Маньяк явно. Ну, явно маньяк. Я вот думаю, вот, ну если люди там пропадают, маньяк за нами бежал, он, скорее всего, тех людей убил, значит, мы должны убить его, правильно? Ну давай тогда с оружия убьем их, его. Ну, оружие это идея хорошая. Но у меня есть еще один план, который я расскажу тебе завтра. А сейчас давай уже спать. Окей. Все, давай. Ну что, ты проснулся? Ой, да. Все, давай, вставай. Так, уже утро, раннее, в принципе. Давай выезжать, а план, про который вечером говорил, расскажу. Ну все, поехали. Так, аккурат тут развернемся. И смотри, насчет плана. Плана Б, как я сказал. Помнишь, мы когда ходили по первому этажу, там была яма с арматурой такая. Хотя, кстати, мы тебя используем как приманку, маньяк побежит, а яму чем-нибудь накроем. Ну, там вроде бы фанера была, если я хорошо помню. Меня как приманку? Тебе меня не жалко-то? Ну, жалко, но... Это же на благо человечества. Какого человека? Хотя, ладно, выбора все равно нету. Придется так еще быть. Ладно, давай время не терять и пойдем в больницу сразу. Давай сначала вход вот тут. Разгребем от этих досок. Вот. Все. И давай заходим. Заходим. Пистолет наготове, вдруг он тут ходит.
Так, и чё? Так, маньяка нету. Хорошо. Насчет фанеры. Вот она фанера, вот она яма, да? Угу. Так, слушай, смотри, насчет плана. Если что-то не так, ты где-то сиди с пистолетом, чтоб на всякий случай вдруг что-то не так пойдёт. Так, давай ты где-то тут будь, а я тогда сейчас яму буду закрывать фанерой. И вот сюда вот последнюю фанеру. Ну и в принципе все, яма закрыта и вроде нормально. Это что такое? Ром, смотри, какой классный стол. Стол и... Хотя слушай, стол, а это идея. Может вот пока я буду приманивать маньяка, ну где-то вот тут же стоять буду, чтобы он на яму зашел, да? А ты будешь вот за столом сидеть с пистолетом вот как-то вот так, да? Выглядывать, чтобы, если что, караулить и стрелять, если что-то не так пойдет. Ну, хорошо. По-моему, идея нормальная. Ну, все, в принципе, все сделали, все подготовили. Главное, яму аккуратно обходи, чтобы не провалиться. А то фанера тонкая и сгнившая какая-то наполовину. Ну, в принципе, возвращаться будем уже ночью? Да. Ну, все, тогда пошли к машине, отъедем на то же место в елочке и вернемся ночью. Ну, все, приехали. Давай, вылази. Так, смотри, у тебя пистолет заряжен, если что? Да. Все, пошли. Главное сейчас, когда в больницу зайдем, сильно не шуметь, чтобы он раньше нас не услышал. Угу. Чтобы все пошло по плану. Так, все, тихо. Заходим, аккуратно. Аккуратно. Дверь не закрывай, не шуми, ничего. Так, заход. Так, тут дверь открыта. Так, смотри, иди сразу за стол. Иди. И фонариком лучше не свети, а то свет лишний. Пистолет сразу на готове и сядь лучше. Так, а я пошел за маньяком. Так. Все. Так. Ты готов, если что? Да. Не кричи сильно. Так, где он? А где маньяк? Так, на третьем, что ли? Или на втором? Где он? Эй, маньяк! Я тут! Так! Олег! Олег, он идет, он бежит за мной. Где он? Так, на. Давай, иди сюда, иди. Так, Олег, наготове будь. Все. Ну все, лежи, отдыхай. Фух. Повезло. Я даже бежать как-то устал, вроде недалеко. Тебе не страшно-то хоть было? Да не особо. Не особо? За твоим другом там маньяк бежит с топором. Тебе не особо страшно? Фу, ну ты, конечно, человек. Ну все, лежи, отдыхай. Все, ну пошли, все, можно и домой. Не, я уставший, давай лучше сначала отдохнем, а уже завтра утром мы поедем, ладно? Ладно. Все, пошли в машину. Фух, хорошо, что все хорошо прошло, это... Уф, был бы ты на моем месте, ты бы еще так обосрался бы. Ну все, маньяка убили, с этой больницей, думаю, покончено, и ничего тут больше происходить не будет. Да, можно и домой. Ага, только, знаешь, на заброшке я больше не ногой, а приманка быть тем более не хочу больше. А у меня уже была идея. Не надо этих идей.